Привет! Вы на канале Pratt Video Channel. Меня зовут Виталий, я тату-мастер из Litania Nirons Pro Team. И в данном видео я хочу вам рассказать о работе легендарного ротора от компании Litania Nirons, Z-Rotor. Вы сможете увидеть его в процессе работы, а также финальный результат. Для этого у меня есть Ксюха. И если вы хотите посмотреть исключительно на нее, жмите на тайм-код под видео. Создание татуировки, а не портака – это креативная идея, опытный тату-мастер и качественное стафло. И о последнем мы поговорим поподробнее. Именно хорошая аппаратура позволяет тату-мастеру выполнять наибольшее количество техник с максимальным комфортом. Многим эту тачку представлять и не нужно. Широко известный с 2003 года Z-Rotor от компании Litania Nirons заработал популярностью татуировщиков во всем мире. На сегодняшний день ротор претерпел несколько изменений, которые были направлены на улучшение его работы, но о них чуть-чуть попозже. Итак, что мы имеем? Фирменная картонная упаковочка от Litania Nirons с ее логотипом, подписью Владислава Новицкого и полной технической характеристикой данного аппарата. Здесь указано, что Z-Rotor оснащен мотором Fallhaber с наилучшим вольтажом от 6,5 до 12 вольт со скоростью 65-120 ударов в секунду. И написано, что ход эксцентрика от 1 до 4 мм. Но самое главное, то, что находится внутри. Коробка оснащена специальным демпфирующим материалом. Здесь находится у нас лежит сам Z-Rotor в алюминиевом корпусе и также ключик для регулировки эксцентрика. Итак, что же из себя представляет Z-Rotor от компании Litania Nirons? Вот вы видите, как выглядит сам этот ротор в классическом алюминиевом корпусе. Здесь у нас логотип Z, здесь у нас находится крепление под клипкорд. Здесь у нас находится RCA разъем, то есть для тех, кто предпочитает RCA взамен клипкорда. Шпендель для крепления бандажной резиночки. Вот здесь как раз таки находится вал, на котором крепятся у нас переходники для смены хода эксцентрика от 1 до 4 мм, тех самых, которые были написаны на коробочке. Внизу у нас достаточно простой зажим для крепления трубки бэкстема. И вот такой вот маленький ротор. Можно даже его сравнить с другой машинкой, тоже обыкновенным ротором директом от другого производителя. Вот мы можем увидеть, как выглядят эти два ротора. Здесь мы видим совершенно маленький мотор от Fallhaber, а здесь бельгийский мотор. То есть, да, абсолютно две разные машинки по размеру, а по мощности Litania Nirons опережает на несколько порядков. Итак, пару слов о дополнительных функциях. Во-первых, данная машинка не требует абсолютно никаких смазывающих материалов, то есть никакого лубриканта, никакого масла машинного и так далее и тому подобное. Потому что здесь уже абсолютно полностью закачана вся заводская смазка в подшипнике, это раз. А во-вторых, что самое интересное, большинство билдеров не смогли реализовать систему легкой смены эксцентрика. Так вот, что хотелось бы показать. Вот здесь она сделана как нельзя наиболее просто. Вот мы видим, здесь находятся у нас 4 рисочки. 4, 3, 2, 1. Это миллиметры. Ход эксцентрика. И вот сейчас можете посмотреть, как это делается. Мы достаем вот так называемый ключик. Здесь мы видим, у нас зажимной винт находится. Вставляем сюда ключик и ослабляем немножко зажимной винт. После того, как мы ослабили зажимной винт, мы этим же самым ключиком передвигаем на то деление, которое нам необходимо. В данном случае на 3 мм, на 2 мм или на 1 мм. Передвинули и, собственно, зажали зажимной винт. Теперь у нас ход 1 мм. Захотелось, поменяли обратно. Просто, легко и удобно. Z-Rotor – это классический поворотный директ ротор, который изначально был предназначен для работы премейд иглами. И все больше и больше тату-мастеров отказываются от использования директов в связи с ограниченным функционалом и повышенной вибрацией на самих иголках.
В настоящее время в обиход тату-мастеров все больше и больше входят картриджные системы, как более универсальные и уже не такие дорогостоящие. Лично я использую картриджи. Так вот, при использовании соответствующего переходника под картриджи данный Z-ротор превращается в абсолютно универсальный ротор. Относительно недавно у Z-Rotor появился его младший брат Rotor One, обзор на который я делал в одном из своих выпусков. Так вот, если кто-то из вас все еще сомневается, покупать или нет, могу сказать следующее. Данная тачка может полностью заменить функционал Rotor One, за исключением более слабого мотора и, соответственно, более низкой цены. Это раз. А во-вторых, плюсом можно отнести возможность использования при Mate Eagle. На этом теоретическую часть можно заканчивать, и мы переходим к практике. Хочу сказать то, что тачка работает очень быстро, приятно делать и линии, полосочки вести, приятно делать точки. Точки делаются очень быстро. Кожа чувствуется, не так, как на некоторых роторах, когда ты чувствуешь просто, ну, что-то проваливается у тебя. А у тебя прямо такое, как сказать, приятная вибрация, когда ты чувствуешь, что вот кожа есть, жива. Честно сказать, вот работаю и мне кайф. Хотя, честно скажу, я первый раз в жизни работаю этой тачкой. Приятно. Примерно схожее ощущение, когда я взял первый раз Rotor One в руки. Примерно такие же ощущения были. Такие, господи, это работает! Причем смачно. Хотя мы посмотрим, как потом еще заживет. Если пациент будет жив до завтра. Уже хорошо. Но это не точно. Часто бывает проблема, когда даже с использованием картриджей все равно иголка, ну, как-то не очень любит пробивать кожу и пигмент не остается под кожей, а тут, ну, то ли из-за кожи, то ли из-за тачки, тяжело говорить, но в любом случае краска вообще без проблем залетает. Я, то есть, вообще не испытываю никакого дискомфорта в работе. Говорю, мне очень нравится работать с этой тачкой. Есть определенная вибрация в руке, она связана как раз таки, опять же, еще раз повторю, вот с этим самым беспонтовым биением вот штанги, короче, о края бэкстема, вот. Но от этого уже не клоняться, типа директ. Данную тачку вот, я реально сейчас могу взять с уверенностью полной, посоветовать многим людям, которые хотели приобрести себе Litanium Irons One для картриджей. Могу с полной уверенностью посоветовать вот эту тачку взамен.
Ну, то есть, если, допустим, не хватает там финансов каких-то, ну, какая-то такая вот вещь. Потому что, ну, особой разницы я не вижу. Ну, то есть, я имею в виду в плане функционала. Конечно, есть разница в том, что One Rotor, он просто дико легкий. Он в руке вообще ты его не чувствуешь, он там из авиационной стали и так далее и тому подобное. Это тоже как бы из алюминия, тоже достаточно легкий, но вот как бы вес есть. Вот. А я не люблю вес. Звук, ну сами слышите, звук практически не слышно. Вот, приятное такое шуршание. Жужжание. Ну, в принципе, это нормально для ротора. У меня причем RCA, который я использую, это бишоповский. И он сюда залетает прям на ура. Ну, в плане того, что прям очень легко залетает, как бы и особо там сильно не держится. Но контакт есть. Никаких перебоев в работе тачки я не слышу. Все, огонь. Я могу сказать одно. Я понимаю, почему эта тачка является практически лидером продаж. Ну вот у Владислава. Я прекрасно понимаю. И это там типа я не нахваливаю, потому что у меня есть любимая тачка от Владислава. Это L1, потому что я работаю картриджами. Но если бы у меня вот эта тачка была, конкретно моя, это была бы моя вторая любимая тачка. Это вот сейчас вот я говорю абсолютно серьезно. Хорошо. Не знобит? Нет. Вот, так, вот сейчас мы запакуем. Все будет готово. В принципе, тачка сработала нормально. Сделали все за почти 3 часа. Да? Все, что и требовалось доказать. Что касается цены, на сайте Владислава Новицкого цена на данный ротор составляет от 295 евро, и у официального представителя магазина Tattoo Market в России цена около 21 тысячи рублей. На мой взгляд, эта тачка своих денег стоит, работать с ней приятно. А на этом у меня все. Большое спасибо вам за внимание, за просмотр данного ролика. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики, сами знаете для чего. И
Приятного вам настроения. Пока!